каждую порцию готовить строго на одну порцию. Нет такого, что кастрюлю с утра поставили, как у нас, а потом всем разливают. Девушка берет, режет все, что надо, только строго на одну порцию. Потому что на приготовление одного блюда должно быть только визуально и занимать не более 10 минут. Потому что там просто и конкретный кипяток. Здесь в дом не бегают ни крысы, никто. Рёку. И будет складывать это ровно порцию. Ветки чистятся. А, это она мне салат еще будет сейчас сделать такой. Скупим. Вспоминать, чтобы сок был. Масло добавит, специи. Все дела. Вот ровно порция супа. Все ингредиенты и ровно его порция. Том-ям. С креветками, значит, том-ям. Есть вот эти все добавления лимонграссов, а еще там чего-то, они создают такой просто бомбический вкус, во-во-во-во, слава тебе, Господи, там все размяло, растолкало, вот это вот, по-моему, мне. Только моя тарелка, больше ничья. Все готовится только под клиента, единоразово. Thank you very much. Здравствуйте.